Ассаляму алейкум. Если мусульманин скажет «я неверующий» или «я не мусульманин», не всерьез, не желая выходить из ислама или шутя, становится ли он кафиром, попадает ли он под положение вероотступничества, как бы становится ли он муртадом, нужно ли совершать покаяние за подобного рода действия? Бисмиллях, альхамдуллях, вассаляту вассаляму аля расулиллях. Самый, который у нас драгоценный, это дунья, это наша религия. С этим религией никогда нельзя шутить. Как вопросы задаются, если человек сказал, я не мусульманин, или я христианин, или я другой религии, даже шутя, хотя он знал, что это является куфром, зная, но шутил и сказал это такие слова, это единогласное мнение Ахли Сунна валь-Джама, человек становится кафиром. Это именно имя Тамия переводит. И это единогласное мнение, что человек должен таубу делать и вернуться заново в ислам и произносить шахада. Шаду ля илляха илляллах, шаду анна Мухаммад расулуллах. Больше не возвращаться к этому. Это большой грех, это куфр из ислама уводит. С религией никогда нельзя ни издеваться, ни шутить. Это серьезная вещь и самая драгоценная вещь. Альхамдулиллях, Раббиль аламин.